В учебном центре спецназа имени Юста организовали специальную экскурсию для учеников кадетской школы. Ребятам показали оружие и технику. Главная цель, говорят организаторы, военно-патриотическое воспитание молодежи. Подробнее расскажет Руслан Касумов. Достали патроник, открыли огонь. Небольшая экскурсия от сотрудников спецназа для кадетов. Ребятам показывают, как пользоваться пистолетом, ножом и даже автоматом. Офицеры уверены, что будущим военным даже в таком возрасте необходимо это знать. Мероприятие такого плана – воспитание молодежи. Мы пригласили с кадетского корпуса имени Трошева в Махачкале. Пригласили маленьких детей, 7-8 класс. Цель нашего, эта идея, цель воспитания, патриотического воспитания, развития молодежи. Автоматы, пулеметы, карабины, снайперские винтовки и даже гранатометы. Все оружие, которое используют спецподразделения России. На столах для безопасности детей все они не заряжены. Поэтому кадетам разрешили трогать, фотографировать и даже нажимать на курок. Руслан Ибрагимов на такой экскурсии уже не в первый раз. Учится в кадетской школе уже 3 года, но только на этой выставке по-настоящему увидел снайперскую винтовку СВД. Тактический прицел тоже хороший был. Ну, мне нравится это оружие. Ну, я много чего узнал об оружиях. Новое оружие увидел. Ну, новое оружие увидел, как им пользоваться надо. Ну, все увидел, узнал много чего нового. Уже в спортивном зале учебного корпуса кадетам показали и приемы самообороны. Военные объясняют ребятам, как защититься от вооруженного преступника. Уход с линии, даже? Уход с линии. Второе – фиксация. Третье – захват. В конце кадетам показали и военную технику, бронированные БТР и Урал. От любопытства уже через минуту все ребята были внутри машины. Военные говорят, что неофициальный норматив по загрузке экипажа в БТР ребята сдали. Руслан Касумов, Селим Таджибов, Зарум Магомедов. Время новостей.